Попробуем с подхода. Только что на той стороне видели три косули. Мама и два детеныша. Прикольные они, рыжие. Летом. Сначала леса. Серёг, у меня одна там на воду упала. Попробуй, конечно. О! Не, доходит. Мокро. Вон там лежит одна, Серёг, вроде. Вон одна, Серёг. Надо за спиннингом идти. А на ту сторону у меня тоже. На ту сторону в понятие растяжимое, понимаешь? Еще нашел? Ой, это сейчас бита. Сейчас, да, нет. Я говорю, она упала сюда. Я наступил. Прикинь. Серег, ты взял? Вот лежит, видишь? Прогал. А я бил сюда, в эту сторону. Когда ты первую сбил, я вторую. Она падает, и вот по воде, может, по течению как раз она сюда и ушла. У меня же два выстрела. А, я думал, что это... Ну, я две выбил. Вот я первые два выстрела, Серег, сделал. Одну сбил, одну промазал. Засовываю один патрон, и от тебя вот пошла одна. Я ее сбил. Куда она ушла? Я ее нашел же. Вот так вот оно. Добывать уток-то, да? Давай, кидай. Оп! Хорошо ей попало-то. Хорошо, говорю, ей попало. Серег, утку нашел? Молодец. Чуть утка не зашиб меня. Ну что, ребят, вот и удалась у нас охота с подхода.
На троих взяли 5 уточек. Сереги там молодцы. Так что кому понравилась эта охота, сразу палец вверх, пишем комментарий. Все, мы поехали дальше, сейчас еще в одно место заедем. И думаю, на сегодня хватит. Братан! На его территории. Красавчик! Видел, куда упали? Чудо-мобиль. А? Чудо-мобиль, охота-мобиль. Ну что, ребят, вот и закончился наш очередной день. Сегодня взяли мы с утра, ходили с подхода, взяли 7 штук. Получается, вчера вечерочка у нас 6 была. Сегодня на вечерку не поедем уже, будем собираться в Москву. Результат, мне кажется, красивый. Налеты были, были и промахи, но как без этого. Всем удачи, как всегда. Не забывайте написать комментарий, поставить лайк, дизлайк, нравится, кому нравится. И подписаться на канал. Всем удачи, пока.